Исландия – страна уникальных природных красот. Все это мы покажем уже на этой неделе в нашем проекте «Северное турне». А пока – релакс. Вот он, самый известный геотермальный курорт, расположенный всего в 40 километрах к юго-западу от Рейкьявика. Блу-Лагун – единственное в своем роде место на планете. Здорово! Легко, хорошо. Застывшая пористая лава – неплотный материал, и поэтому морская вода легко просачивается сквозь нее, заполняя природные резервуары. Очень близко к поверхности Земли подходят пласты магмы, что создает зону с высокой геотермальной активностью. Вода в лагуне молочно-голубого цвета, именно поэтому купание здесь зачастую сравнивают с купанием в парном молоке. Температура воды плюс 37, плюс 40 градусов. Тем временем, как на улице, всего плюс 3. Геотермальная вода уникальна по своему составу. В ней содержится морская соль, белая глина, кремний, кварц и даже сине-зеленые водоросли. Целебные свойства воды в лагуне привлекают сюда тысячи туристов. Эта глина, она улучшает кожу, очищает ее, наверное. Ну, прикольная, пахнет приятно. В воде тепло. Мы все надеемся, что это молодильная глина. Вернемся домой молодые, свежие. Голубая лагуна – место отчасти природное, но в большей степени рукотворное. Огромное озеро горячей воды посреди лавового поля появилось в результате работы геотермальной электростанции, снабжающей энергией Рейкьявик. Забегая вперед, скажу, что такая «зеленая» в кавычках электроэнергия покрывает потребности страны на 99%. В спа-комплекс это место превратилось всего 15 лет назад, и сегодня это успешный бизнес. Косметический бренд Blue Lagoon приносит стране неплохие дивиденды. Голубая лагуна по праву считается и главным гастрономическим изыском Исландии. Здесь находится знаменитый на весь мир ресторан «Лава». Встроенное в скалу помещение с видом на Блу-Лагун снискало репутацию места с самой аутентичной и в то же время в чем-то инновационной исландской кухней. В меню ресторана исключительно блюда из натуральных исландских ингредиентов. Это, разумеется, всевозможные блюда из морепродуктов – трески, лобстеров, морских гребешков, акулы и прочих, а также баранина в разных вариациях. Готовят здесь именитые шеф-повара, которые находят вдохновение, обучаясь в звездных ресторанах «Мишлен» в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Ну а в следующей серии проекта «Безграничные контрасты. Исландия. Мечта любого путешественника». Отправляемся в пробег по острову на внедорожниках. Не пропустите! Генеральный спонсор проекта Nokian Tyres. Nokian Tyres – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. Nokian Hakkapeliitta 8 цепляет, как никогда раньше.